Снегири, снеговики, снежинки и даже символ наступающего Нового года. Яркие скатерти, салфетки, полотенца станут украшением вашего стола или приятным подарком. В торговый центр «Антрацит» приехал Ивановский текстиль. Здесь вы найдете все, чтобы ваш сон был сладким и комфортным. В ассортименте матрасы, одеяло, подушки, практичные бамбуковые, из лебяжьего пуха и пера, как делали наши бабушки, теплые из овечьей и верблюжьей шерсти, терапевтические подушки для правильного сна, а также большой выбор интерьерных и подушек-игрушек. Стильные двусторонние покрывала, пледы из очень качественных искусственных, шерстяных и хлопковых тканей, прочные и гипоаллергенные. В Саранске мы уже не первый раз. У нас есть постоянные покупатели, которые приходят за нашим качеством и за нашим большим ассортиментом. Также мы привезли новогодние скатерти, полотенца и много всего. Так что приходите за подарками. Мы работаем с 21 по 30 декабря с 10 до 7 вечера. Большой выбор уютного постельного белья в комплектах и по отдельности. Бязь, сатин, поплин, перкаль. В обиходе термином перкаль принято называть материал. На самом деле это способ переплетения нитей перед плетением для крепости и долговечности. Нити с хлопка обрабатывают специальным клеящим составом. Окрашивается ткань набивным способом, что позволяет сохранить цвет надолго. У нас свое производство по пошиву постельных принадлежностей, которое отличает нас от всех других производителей. Вот, цены у нас от производителя, и мы торгуем только хлопковыми тканями. Не знаете, что подарить любимым на Новый год? Загляните в торговый центр «Антрацит». Ивановский текстиль в столице Мордовии до 30 декабря. Алена Москалева, Александр Зюзяев. Наши новости.